этих динозавров на генеалогическом древе. На этом древе отображены все известные виды динозавров и связи между ними. Эту схему мы используем для изучения эволюции динозавров. К концу эры динозавров тираннозавры эволюционировали в гигантских животных с огромными головами, ужасающими челюстями и мощными туловищами. Ученые находят примитивного орнитопода, раннего динозавра, который к меловому периоду эволюционирует в доисторический вид утконоса. Им также удается найти примитивного цератопса, которого они называют Инлун. Это самый ранний из известных предков рогатых динозавров. Позднее он эволюционирует в мощного и всем знакомого трицератопса, который будет соседствовать с тираннозавром Рексом. Вполне возможно, что маленький Инлун нередко становился добычей Гуайнлуна. В яме есть представитель еще одной семьи, у которого есть необычное оружие. Это стегозавр с огромными шипами, торчащими по бокам. Чтобы понять, как двигались эти динозавры, палеонтологи изучают современных животных.